Полное описание и точная дата выхода 11 и 12 серии нового российского сериала «Давай найдем друг друга». 11 и 12 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 8 сентября. 11 серия. Кристина не решается рассказать сыну правду про его отца. Глеб боится, что старший Чернов может выйти на его след. И вместе с Полиной они решают перепрятать деньги. К винодельне проявляет интерес француз Андре Дюруа. Неужели это действительно конец семьи и бизнеса Вершининых? 12 серия. Семья переживает траур. Сергей испытывает вину за смерть отца и ищет у Альбины поддержку. Анна, Алекс и Зимин приходят к выводу, что Газарян был знаком с некоторыми из Вершининых. Именно он и был заказчиком ограбления Горских. Олег Чернов выходит на Глеба и, угрожая смертью, требует вернуть деньги. Напомним, 11 и 12 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 8 сентября. Нравится сериал? И ждите выхода новой серии? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки!